Смотрите, как мы быстро идем. Первое, ты сфокусировался, ты понял, зачем ты здесь. Второе, ты разобрался с самим собой, какой выбор ты чаще всего делаешь, в пользу прошлого или в пользу будущего. Ты подумал о человеке, который думает о тебе. И мало того, ты выбрал важные вещи, которые для тебя из его пожеланий важны. Надо двигаться дальше. Итак, я, моя жизнь и мои цели. Вернее, это ты и твоя жизнь и твои цели. Что я чаще всего вижу, когда общаюсь с людьми? Я общаюсь с людьми постоянно, это доля моей работы. Я просто встречаю людей, я приезжаю в компании, занимаюсь с ними, я встречаюсь на вебинарах или где-то еще. Но я вижу, что люди постоянно заняты. Их мысль постоянно отвлечена от важного. Они расфокусированы, нет четкого фокуса. Большинство людей не могут сформулировать, а зачем, какая у меня цель. Большинство людей, с которыми я общаюсь, приходят ко мне именно за этим, чтобы я помог им эту цель найти. Что, в чем же большая такая проблема? А проблема в том заключается, что мы должны научиться, ты должен научиться идентифицировать свои желания. Вопрос, который я хочу тебе задать, на который я тоже жду, что ты ответишь, это «А я хочу? А что ты хочешь?» Напиши, пожалуйста, три своих самых сильных желания. Я тоже буду писать с тобой. Угу. А теперь самое интересное. Когда мы посмотрим на то, что ты написал, я сразу задаю себе вопрос, а почему же у меня этого до сих пор нет? И ответ в предыдущем нашей части. Потому что для меня почему-то в данный момент это не важно. Но классно, что у тебя есть эти желания. Возможно, что в процессе нашего вебинара ты сможешь почувствовать, а действительно ли это твои желания, или ты запишешь новые. И если это твои, то ты сможешь найти подход к тому, чтобы перевести их в раздел «Важность», а это значит начать что-то делать. Три решения, которые я хотел бы, чтобы ты принял в процессе нашего сегодняшнего вебинара про саморазвитие. Стремиться к своим целям. У тебя есть ответ на вопрос «Зачем ты здесь?» Будем считать, что это твоя цель. Цель в твоем саморазвитии. А это значит, что у тебя к ней должно быть некое стремление. Я тебе еще сейчас попрошу сделать одну важную вещь. Давай попробуем анализировать то, насколько то, что ты делаешь, соответствует твоему внутреннему миру. Чтобы найти этот ключ понимания самого себя, давай выберем инструмент так называемой оценки. Оценка – это когда я сам даю оценку происходящим событиям. Но мне нужна к оценке определенная шкала. Я предлагаю взять эту шкалу от 1 до 100. Очень удобно. Большой-большой разбег. От 1 на 100. Если это ниже 50, то будем считать, что это мало. Если это выше 70, то это много. А если это 100, то это вообще прекрасно. Итак, оцени, пожалуйста, если ты написал, зачем ты здесь, и это, скорее всего, может быть твоя цель, то насколько ты к ней стремишься в жизни, оцени от 1 до 100. Поставь оценку. Тот процент, который ты считаешь соответствует твоему поведению, по отношению к твоей цели. Ну что ж, движемся дальше. Есть ошибки, которые в развитии нам мешают достигать поставленных нашей цели. Первая ошибка, ошибка развития. Подсознание будет сопротивляться тому, что не соответствует твоим убеждениям. Если ты во что-то веришь, и это точно в глубине тебя есть, а ты решил делать иначе, то любые шаги в отношении саморазвития у тебя не получится сделать, потому что твое подсознание будет тебе мешать. Первое, чтобы это нам преодолеть, нам нужно найти внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация отвечает на вопрос «Зачем?». И мы с этого и начали с тобой наш сегодняшний вебинар. Ты попробовал ответить на этот вопрос «Зачем?». Поэтому твоя внутренняя мотивация. То же самое, насколько ты стремишься к своей цели показывать, а насколько сильна твоя мотивация. Я задал вопрос этот просто иначе. Вторая ошибка развития.
То, что ты делаешь в отношении своего развития, тебе может не приносить радости и не нравиться от того, что ты изучаешь. Что нам нужно сделать? Нам нужно просто попробовать понять, если то, что я делаю, мне не нравится, пусть это будет брошено. Лучше от этого отказаться. Первый вариант. Второй. Разобраться. Почему я это оставил, свою личную цель? Почему я к ней не пришел? Что там не давало мне найти вот эту мотивацию? Что мне там не интересовало? И третий вариант. Разобраться в том, а какая же должна быть моя цель, подкрутить ее, чтобы она тебе действительно нравилась. Следующая ошибка. Мы очень быстро начинаем и быстро бросаем. Я сам бывал иногда в таком ситуации, о, классно, хочу изучать то-то, или буду изучать английский язык. Сколько раз я начинал изучать английский язык. Вот эта ошибка быстрого всплеска и такого же быстрого охлаждения говорит нам о том, что устойчивого понимания, зачем нам это нужно, у нас нет. Поэтому мы тоже движемся дальше. Но причиной, и это действительно человеческая природа, мы хотим быстро и сразу. Вот если нет результата быстро и сразу, нам сразу очень тяжело вот эту мотивацию свою собственную поддерживать. Следующая ошибка. Внутри что-то тебе мешает. Это некий принцип внутреннего противостояния. Мы хотим делать то, что нам нравится. А если в процессе твоего развития ты сталкиваешься с тем, что тебе не нравится, вот здесь возникает принцип внутреннего противостояния. То есть мы сейчас разберем вот эти ошибки, которые позволят тебе понять, как только ты начинаешь чувствовать что-то, что является этой ошибкой, тебе стоит подумать и поработать с главной целью. То есть то, ради чего ты все это делаешь. Еще одна ошибка – это низкая самоудовлетворенность результатом. Когда ты не чувствуешь побед от того, что ты делаешь, пусть маленьких побед, и когда ты не чувствуешь похвалы, когда ты не чувствуешь, что ты можешь это применить в жизни, мотивация резко падает. В этом случае получается, что когда у нас есть ошибки в нашем образовании, тратя на них время, мы всегда забираем это время из наших отношений. И если мы, занимаясь самообразованием, не можем получить удовлетворенность, забирая время из отношений, у нас есть риск терять отношения. Поэтому прежде чем броситься в очередное развитие, в обучении, надо, чтобы близкие вас поддерживали. И самым главным моментом является здесь то, что обоснование, как это самообразование, поможет тебе улучшить свои отношения со своей семьей. Еще одна ошибка. Мы обвиняем других, что нам не хватает времени. Да, часто так бывает. Самый простой способ, самая легкая позиция – это кого-то обвинить. Это позиция жертвы. Ты снимаешь с себя полную ответственность и перекладываешь на другого человека. Хотя другой человек может вообще не понимать о том, что так с ним происходило. Поэтому, если вдруг ты считаешь, что у тебя нет времени для твоего развития, и кто-то в этом виноват, сразу вспоминаешь, что это ошибка, которую ты не проработал. Нам нужно разобраться с тем фундаментом. Почему самообразование сегодня для тебя является важнейшим? Тем более ты пришел сюда 30 сентября, 31 сентября, по сути, накануне Дня Знаний. А этим фундаментом будут являться для нас опоры и наши ценности. Понимание наших ценностей позволит нам однозначно заниматься тем, что соответствует нашим внутренним убеждениям. Ведь все в мире взаимосвязано. Есть ты, твои цели, твои желания, твои убеждения, твои ценности. Все это связано, и все это и есть ты. Если ты не разберешься с этими базовыми инструкциями, то просто так наложить сверху, о, сейчас буду развиваться, оно может не работать. Почему? Потому что важно, чтобы все твои части твоей личности были в гармонии для того, чтобы твое саморазвитие быстро двигалось. Есть ли какой-то быстрый способ или какая-то волшебная таблетка, чтобы сразу саморазвитие началось? Есть ли какое-то готовое решение? Дайте книгу этих решений. К сожалению, нет. Но у тебя есть твой собственный путь, которым ты сейчас идешь. И именно тот путь, который ты пройдешь в отношении своего саморазвития, и будет твоим результатом.